Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в предыдущем эпизоде мы эволюционировали Гравлита, и сейчас мы будем эволюционировать, идти прокачивать Псайдака, наверное. Так, тут сейчас мы, может, кого-то... Ух, ни хрена себе, сколько вас там. Так, давайте. Ух, не того я кинул, выкинул как бы в бой случайно. У меня тоже почти. Так, ты какой? 26-й. Ну, пошли. Давай. Ай. Сейчас мы. Кто тут еще есть? Так, давайте пойдем вот сюда. Так, Гравилю еще два уровня осталось. Но что-то я никого не вижу, как бы, больших покемонов уровней. Так, ты, так, нет, нет, нет. О, там покемон босс. Ух ты, ух ты. Ух ты, ты куда так полетел? Воу-в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 оу. Так, сейчас ты идешь вот сюда. Так. И сейчас, ну вот. У там та 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 там 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 еще один покемон босс. Ух, так, это... Вот, вот ты, вот ты. Так. Давайте пойдем куда-то вот сюда опять. Вот, вот, чё это за покемон? Если получится сейчас его словить... Всегда хочу его словить, но что-то... А, твою. Ну ладно, давайте другим способом. Еще раз. Ух, ты чё-то вообще никак не хочешь. Денгар. Денгар. Ну, отлично, ребята, словили мы его. И сейчас, в принципе, ультраболов у нас уже нету, поэтому нужно будет начать делать уже ультраболы опять. Так, я вот там где-то шахту видел. Где-то она вот тут была. Вот она. Я не знаю, может действительно спуститься куда-то вот сюда. Вдруг да что-то и будет. Там, конечно, покемон босс, но... Так. А мы тут не были случайно. Пикер знает. Так. Тут тоже вроде ничего. Нету там ничего.
Ладно, ну как бы пещеры или чего-то. Так, идем и сюда. Где он? Где? Под землей? Ух. Вот. О, не, ну да. И давай. Так, отлично. Ну, в принципе, тут тоже что-то есть. Так. А тут что-то. Ну, там уже лава, я слышу, поэтому... Где-то она вот там. Ну, где-то да. Сейчас мы... Ну, я не знаю. Где-то я ее слышу, но... Да где ты? Лава вот та или... Вот она. Только мне вот так... Сейчас мы туда... Вот так. Там покемон босс. А, нет, это... Так, идем мы вот сюда. Опять в земле. О, ну не, ладно. Ладно, давайте. Псайдак, 32 уровень. Ай. Ну... Ну я же тебя слышу, кого-то там. Только вот где? Я... Ну? Так. Во! Наконец-то Гроби эволюционирует. Давай. Давай. Так. Отлично, ребята. Тут, о, тут, вот это можно, вот это можно и вот это. Так. Тут у нас что-то. Ух, сколько. И давайте идем сюда. Мы идем вылечим покемонов, ребята.
И давай уже. И, ребята, давайте, в принципе, на этом уже закончим. Мы эволюционировали, мы уже Гровиля, вот он. И будем и других покемонов уже эволюционировать, да. Шелгун у нас уже 49 уровень. И, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.